Какой должна быть современная посуда? В университете Джона Гопкинса в Соединенных Штатах Америки утверждают: You may become more stout or thin without any suspect that it depends on the color of your plate. Вы можете худеть или полнеть, не подозревая, что в этом виноват цвет вашей посуды. Но не только из этих соображений на Бугульминском фарфоровом заводе в Татарии освоили выпуск оригинальной глазурованной посуды. Долговечность, прочность, красота – основные достоинства посуды, изготовленной из низкотемпературного фарфора. На межреспубликанской оптовой ярмарке особое внимание представителей торговых фирм привлекла продукция Бугульминского фарфорового завода.